Так, продолжаем идти по сюжету. По следу железного сердца. А что у нас тут? База какая-то, что ли? Ну-ка, давай зарядика возьмем. Верстак даже тут у нас стоит. Так, вот с этой, да, подругой нам надо. Что за подруга? Шарон. Невидимка. Прости, что не смогла помочь на месте раскопок. Если честно, я не уверен, что смогу пользоваться своими функциями в смысле навыков в полную силу. Для поддержания работы копирового светоотражающего активного камуфляжа требуется огромное количество архи, и похоже, что я и мое искусство тело скоро достигнем предела. Однако, если железное сердце и правда совсем рядом, мне придется выложиться на полную, даже если в процессе я начну... Судя по словам Савенса, частица железного сердца — наш главный ориентир по время поисков. Получается, они что-то вроде следов, которые остаются за железным сердцем. Я сверил расположение этих следов с данными разведки, но выводы пока делать рано. Надо продолжить идти по этим следам. Я передам по Эсси в подробности о назначении тебе зоны. Остальными зонами займутся оперативники. Завод боеприпасов в Валксу — жуткое зловещее место. Ты это чувствуешь? Арха потомков позволяет мне испытывать различные ощущения, в том числе твою фантомную боль. Это мой крест, Савельца, так что не лезь не в свое дело. Сначала ликвидирую избранную мною цель, а уже потом попрошу тебя избавить меня от боли. Ты имеешь в виду того Валгуса, что ты преследовала? Так, ладно, это их личные дела, тут они беседуют, да? Так, мне что нужен тогда? Поиск частиц. Вот как раз вот эти три мне и надо. Здесь будет у нас это самая схема ППшки нашей. Так, ну пойдем. Слева направо, справа налево. О, здорово, чубрики! А вот так сильно я бью вас? Не слабо, да, бью? Так, давай отключим эту. А, не могу отключить. Это все собираем. Блин, тут до этого по лабиринтам прям идти надо. Так, ну давай, погнали, чё. Надо, не надо. Чё. Так. В одно лицо буду, да? Ух ты. Чтобы проанализировать поток частиц, нам придется изучить это место повнимательнее. Чё-то я взломал, да? Ага, сундук. А вот враги у нас. Пушка хорошая у нас, отлично. Пистоль нормальный. Так, кто там еще? Иди сюда, давай, давай, все сюда. Снайпер тут у нас. А ты чё, самый борзый, что ли? Самурай! Так, есть контакт.
Ну, с однозарядным пистолетом сложновато, конечно. Сложновато. О, там бегут, бегут. Бурильщики. Да, электричка нормально так долбить их, вообще мне нравится. Так, что-то Савинцы там говорила, да? Так, уничтожьте врагов в зоне наблюдения. А где они? А, вон еще там бегут. Так, а пушка давай попробую. А ты что-то спрятался? Здорово, чувак. Че, еще не все передохли? Странно, мы вроде бы уничтожили казарм. Где-то поблизости должен быть другой военный объект. Все, задание выполнено. Мы справились. Так, что там пишут? Что говорит? Сейчас давай соберем. Что мы надолбили тут. Так, да все, все, хватит чирикать. Ничего нету здесь, да? Так, это мы завершили. Давай сюда за грозовой пойдем. Пойдем грозовую клетку заберем. Ну, куда-то не туда зашли. А где выход? В той стороне, тут не выйду я. Какие-то переправы непонятные. Ай-я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 й
Это электрический. Так, куда нам идти, куда идти? Ладно, сборкой ящиков мы не будем заниматься, это я потом, там, так сказать, в свободное время от записи сделаю.
Там ребятки бегают, долбят уже тоже кого-то. А вот я как раз к нему попал, к ребяткам своим. Ну давай, ребятки, давай помогу вам как раз нормально. Заодно выполним задание. Так, взломы, да? Взломы идут. Я, в принципе, могу бегать, а убивать их тогда. Пускай ребятки взломывают. Кто тут? Да, электричка самый ходовой такой вариант игры. Где еще враги? Ну, запчасти оружия пособираем. О, тут большие пришли. Так, пистоль хороший, но надо тоже прокачать, наверное, его. Так, это мы сделали. Следующий этот у нас. Так, ребятки, пошли со мной. Спрыгаем, что-то не очень получается. Не знаю, почему, но я фиксирую часть железного сердца в сточных водах, протекающих через эту зону. Я отвечаю за установленный там сборщик данных об окружающей среде. Когда заберем его, можно будет проверить ряд параметров, наступать в прямой контакт с загрязненным источником водами. Савин, себе хватит этих данных, чтобы провести анализ. Так, шары собрать эти, да? Вот что тут летает, все это дело. Так, падать нельзя. Ой, ты. Падать нельзя. Так, ладно, 8 собрано. Ай-я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 й. Так, а у меня жизнь, это счет тоже. Не хухры-мухры. Ты, блин, а. Так, давай как-то аккуратнее так будем.
Да ёпта, еще одну мне достать-то надо. Так, это у нас не работает. Так. Да как так-то? Как так? Ну, а вот эти взять надо. Мимо. Как так-то? Опять мимо. Блин, да почему я взять-то не могу? Я не могу их взять никак. Есть, 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 все, взял. Так. Только я очень далеко упал. Идите в зону проведения. Так. Так, мимо. Да, прыгать я не мастак. Миссия выполнена. Эти сточные воды содержат экстракты кайпера и электролиты валгуса. Частицы железного сердца, скорее всего, связаны с этими двумя субстанциями. Именно поэтому их обнаружили в целом, а не рассеянном виде. Так, если выяснили источник этих вод, частиц, можно будет отследить более точно. У меня есть, возможно, место на приметке. Штаб, пока мы искали следы железного сердца, мы обнаружили на заводе зону, которую, судя по всему, недавно расширили. Учитывая обстоятельства, внутри вполне может находиться железное сердце. Запрашиваю разрешение на проведение дополнительных исследований. Разрешение предоставлено, но будьте крайне осторожны. Над областью был замечен крупный штурмовой корабль. Мы видели, как Карл поднимался на борт корабля. Это уже класса, вероятно. Это он и есть, а значит, он либо лично, либо присутствует, либо заинтересован. Мы должны быть готовы к любым неожиданностям, могут потребоваться дополнительные потомки. Конец связи. Шарон, у нас есть тактическое оружие, которое может уничтожить всю промзону валгусов. Если железное сердце там, то мы могли бы сначала уничтожить объект валгусов, а уже потом разыскивать его. Занятная идея, советница, однако, если бы это было возможно, мы бы уже так и сделали. К сожалению, мы не в состоянии создать подобное оружие. Думаю, наше самое мощное оружие – это зенитка на горной гряде. Именно поэтому мы возглавляем такие надежды на потомках из Железное Сердце. Нам нужно закрыть стену измерений и изолировать Ингрис от колоссов и валгусов. Это наша единственная надежда. Ладно, нет времени болтать. Пошли в запретную зону. Много болтают. Так, откройте карту, посмотрите зону действия. Так, нормально, мы расширились очень хорошо, да? Так, давай-ка мы вернемся. Вернемся в Альбион и посмотрим, можем ли мы сделать оружие, заказать. Там же все равно еще какое-то время будет делать. Есть какие-то измерения там в часах прям. А хочется уже быстрее получить нормальный ствол. Посмотрим, получили мы карту, не получили. Могли и не получить, конечно. Грозовая клетка.
Есть, отлично, все, мы получили. 4 часа. Ребятки, я сегодня еще грозовую клетку, значит, не увижу. Так. А ускорить можно как-то? Стоимость ускорения исследования за бабосики. За калибрики, за бабосики. 4 часа. Значит, грозовую клетку мы только увидим завтра. Ясно. Так. А второе исследование, что нам нас там просили? Оружие исследовать. Кара небесная, да. Она у нас еще закрыта. Да, и фиксим тогда. Кара небесная, и фиксим. Так, что у нас по оружию? Вот эта пушка хорошая, но мне больше нравится это разведчика. Так, а где у меня разведчик был? Ручная пушка. Так. Вот, винтовка, разведчика все-таки. Мне вот больше по душе. Мне больше нравится. Вот сюда бы какой-нибудь вместо ракетницы что-нибудь интересное бы. И не снайперку. И не дробовик. Вот не знаю, вот сюда что-то нужно. Это тоже ракетница. Нафиг они нужны. Так. Ладно, тогда пускай пока так. Побежим дальше по сюжету. Наверное, посмотрим. Так, что-то хорошего дали что-нибудь. Мох тут сразу в разы мощнее. Слушайте, ё-моё. Возьмем. У меня это даже улучшенное там на 2 звезды. Но вот этот редкий вообще мощный. Ручная пушка. С ручной пушкой, да, дает крутость. Или всегда дает крутость. Остальное все фигня, да? Здесь это тоже все фигня. Ничего интересного. Ладно, это будем отдельно разбираться с этой всей ерундой. Пошли на карту и пошли пустоши зачищать тогда. У нас, в принципе, 4 часа времени до грозовой клетки. Да, долго, к сожалению, грозовую клетку. Долго. Так уж хотелось как-то быстренько посмотреть, побаловаться. Грозовая клетка. Так. По заданию давай мы уберем исследование грозовой клетки. Так, чтобы она не светилась тут. Так, давай погнали тогда. Советница, давай поговорим. Потомок, я фиксирую в этой зоне частицы железного сердца и его пульсацию. Оно движется. Если вам с шаром удастся расширить радиус действия архи, я смогу предоставить более точную информацию. Помогите мне. Хотя моя система куда менее удобна, чем я ожидала, я думаю, что когда полностью его восстановим, я смогу находить железные сердца в любой точке Ингриса. Впрочем, не исключено, что моя система еще не до конца восстановилась. Я считала, раз уж у меня создали ради железного сердца, то я буду работать куда продуктивнее. Чтобы достигнуть своей цели, в смысле нашей цели, я должна стать лучше. Шарон, подумаем об этом, если выживем. Если Валгус подогнали крупный штурмовой корабль, они все скоро валом повалят. Мы с Агентом 17 будем действовать в режиме скрытности, а вы оставайтесь на чеку. Так, и опять идти разрушить все эти базы, да, ближайшие и не ближайшие. Ну, пойдем. Так, куда что лучше? Справа там уже кто-то бегает. Может, помогут. Пойдем. А, вот тут так перемещаться, да? Так, тут уже без меня поработали, ребятки. Тут ребятки уже все сделали.
Идите в зону проведения операции. Ну давай, электричеством нашпигуем их. Я читать не успеваю, что он там. Идет захват. А, вот, здесь надо стоять в захвате, да? Давай. Постоим, продержимся. Вот винтовка разведчика нормальная, ствол. Месиво! Выполнено. Кто-то что-то деактивировал. Так. Ух ты! А вы чё? А, вон кто-то ещё зашёл ко мне. Ну давай пробежим с ними-то. Пускай это разговаривает. Ещё по награды получим втроём. Все, готово. Все, уходим дальше. Так, эти куда идут, гаврики? Не по пути нам? Фига он прыгает. Я так не умею. Я же говорю, я так не умею. Почему-то. Так, где мы? С ними же, да? Отлично. Так, кто где?
Вот это я понимаю, да? Три электрички-то выносят по полной. Три электрички – это сила. Так, готово. Задание. Так, у меня еще одно остается. Ох, как до него далеко бежать там. Бля. Дрм-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля. Так, это я куда... Блин, а куда это я? Это я куда-то не туда зашел. Не мог я так перемещаться. Ё-моё, это я не туда зашел я. Блин, это я не туда вышел я, ё-моё. В другую локацию зашел. Так, как мне туда теперь попасть? Давай искать дорогу. Да ё-моё, вы задолбали, блин, а, ребята. Ух ты, заморозили прям. Да, оружие надо прокачать, оружие слабенькое, конечно. Они меня сейчас убьют просто. Да нао! Ай! Нао, электричка! Так, лучше! Так, а мне куда-то туда надо, он к этим, да? Сюда ведь надо? Вот. Блин. Я никаким как-то не так хожу. Как-то пройти тогда еще. Вот, пришел, наверное. Так, давай, едь сюда быстрее. Чуть не свалился еще. Да блин, как эту локацию еще искать мне? Блин, она где-то внутри там. Капец. Так, не туда пришел или чего? О, дверь, наверное, да? О, отлично. О, ребятки, тут нормально уже идет разборки. Так, 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 надо тут стоять. Да, тут
пока беспонтовая у меня это. Винтовочкой пока будет. Так, захват, захват. Идет захват, нормально все. Так, что вы не оставляете-то, ё-моё? Что, ядром сидит тут что-то? Потрохи, потрохи, собираем потрохи. Так, куда идем-то? Я опять потерял скот. Да ё, красоты. Я что тут все теряюсь. Сюда пришел-то? Мне сюда надо. Так, что надо уничтожить врагов в зоне поражения? Что вообще делаем? Делаем в лучшем виде. Ох, тут ребятки мощные прям какие-то. Все, сделали. Лежит. Повышение уровня. Так, поговорить с Энс перед неизвестной лабораторией. Так. Здесь что ли? Путевая точка. Так. Здесь какие-то новые так появились. А я с вами метнуться не могу, получается. Путевая точка, такая, туда. Да ё-моё, чё мне не допрыгивать-то? Лошара, блин. Туда иду, вроде туда. Ребятки мощные подошли, да? Все, кончились. О, тут много. Это еще задание не кончилось. Здесь повсюду частицы. Давай перебьем всех. Уничтожить врагов в зоне поражения.
Ух там какой БТР, прямо иди сюда, родной. Нате лазером в жопу тебе. Лови. Элитный штурмовик. Нате по башке тебе, во, топнуть. Так, тут у нас еще какое-то задание, а тут... Или так, куда мне надо было? Так, поговорите с советницей. Ну вот, да, советница. А это точка, да, у нас теперь какое-то передвижение получается. Давай поговорим. Потомок, я установила место, где сходятся все следы железного сердца. Оно где-то на этом объекте легиона бессмертных. Я фиксирую в этом месте не только частицы и пульсации железного сердца, но и небольшое количество энергии, и, судя по всему, оно постоянно двигается. Нам стоит осмотреть это место, потомок. Мне понадобится твоя помощь. Шарон, я останусь и извлеку фрагменты данных об экспериментальном Валгусе. Думаю, мы найдем в них много интересного. Я отправлюсь на внутренний объект. Догоняй, когда закончишь здесь. Найти железное сердце в неизвестной лаборатории. Так, а вот это что у меня тут? Зеленое прям так. Это место перемещения, да, у нас появилось. А неизвестная лаборатория у нас здесь.